Несмотря на извинения депутата Мажилиса парламента Аманжана Жамалова, казахстанцы продолжают обсуждать его высказывания о погибшем в ЦОНе мужчине. Интернет-пользователи считают, что народным избранникам пора напомнить об этике. Слова народного избранника уже второй день муссируются в СМИ и социальных сетях. Казахстанцев возмутил тон, с которым прозвучали слова о смерти человека в одном из ЦОНов Алматы. Ну, умер человек. С таким же успехом он мог, наверное, по состоянию здоровья умереть и дома. Тамаре Калеевой в силу своей профессии приходится много работать с подобными фактами. Председатель фонда «Адильсос» уверена, юридически к фразам депутата не придерешься. Здесь нет унижения или оскорбления. Дело в этике, в том числе и депутатской. Фраза коробит своей циничностью. Вопрос в отношении к этому пострадавшему человеку. Фраза показывает полное безразличие депутата к трагедии конкретного человека. Политтехнологи уверены, что каждый человек во власти или представляющий интересы народа должен работать над собой. Кроме коммуникабельности и терпения, избранники должны уметь держать ответ за свои слова. Человек, общающийся постоянно с народом, постоянно, неоднократно выслушивающий различные жалобы или же радости, должен обладать прежде всего определенными душевными качествами и эмпатией, чувствованием и соучастием в каждой в личной жизни нашего народа. Специалисты говорят, некоторым депутатам не хватает политического психоанализа, то есть умения обдуманно подходить к каждому слову и действию. Ведь кроме написания законов есть и другие понятия, уверены эксперты. А слово, как говорится, не воробей. Аскар Медыбаев, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.